Pum pum. Да, вначале полезать, потом укусить. Кушать хочет малыш. Ну, остывает твое молочко, остывает. Полночь. Да, он сейчас длинный, тонкий. Это какое-то время кажется, что худой, на самом деле ест он очень много. Мисо хорошо. Сейчас вам могу мису показать. Вот миса. Мисочка. Да. Миса. Красавица. Миса хорошо контактирует с другими. Ну, куна гоняет, потому что он к ней пристает, а пусик к ней особо не подходит. Ну, а с пумом они знакомы. Миса, иди сюда повыше. Иди повыше. Пусику, ну, у пуси вот. Да, пусик это? Ты здесь? Пусичек. Акун, не знаю, наверное, судя по всему, в спальне. Сейчас посмотрим. Пойдем посмотрим куна. А вот и кун. Ну все, пусть понеслась душа в рай. Ну-ка, давай, сваливай с кровати. Пум. Пум, давай выходи. Пойдем, я ухожу. Ты здесь сейчас останешься один. Пум. Выходи. Ну, вот вообще выгонишь из спальни, то, что я сюда не пускаю. Пум, выходи. Здесь любит проказничать. Сейчас найдем его игрушку какую-нибудь и вытащим его. Игрушки ему жутко быстро надоедают. Так, ну не трожь моего оленя. Она вот поиграет буквально день с одной игрушкой, и все, потом не обращает внимания. Зато первый день прям носит ее во рту постоянно. А это мои. Это не. Нет, да, это мои игрушки, я ему не даю их. Ну, потому что это просто сувениры с разных зоопарков, я себе покупаю. Ну, знаешь, что я хочу отобрать. Пум. Это мой олень. Это зоопарк Финляндии, Хельсинки. Давай, смотри. Засранец. На, смотри, какая клевая. Вот понимает, что с этой игрушкой он уже сегодня играл, а эти я не даю. Да смотри, это лучше, она пищит. Зачем тебе олень? Ну и все, и сиди здесь один. Сейчас мы сделаем вид, что нам не интересно. Кун, не заходи к нему. Ой, теперь не выгонишь.
Никого тут звука нет. Корм, сейчас у них грандов, такой же, который кормили миссия. Ее заводчица очень настаивала именно на этом корме. Ну, точнее, она сказала, либо он, либо гоу, но гоу я пробовала, пусть он не подошел. Поэтому все на грандов сейчас. Вот как олень-то ему понравился. Вот, вот как ребенок. Ну, он действительно как маленький ребенок знает, что нельзя. И больше всего такие нравятся игрушки. Ну, да. Иди сюда. Это вообще Миссина любимая игрушка. Задница чья-то. Задница льва. Смотри, какая клёвая. Давай, давай, давай. Все, от оленя отстали. Давай. Вот сегодня я только дала ему эту игрушку, до этого она была в пакете. И поэтому он сегодня с ней, в принципе, носится. Так что я ему теперь игрушки собираю и выдаю где-то по одной раз в два дня. Потому что очень быстро ему надоедают они. То есть на лемура он уже практически не реагирует. Зато на куну всегда реагирует. Миниса. Девочка моя. Красавица. Где? Красавица такая. Ему можно бегать, давно он уже бегает спокойно. У него все хорошо очень срастается. Да, мисс очень хорошо зовет. Чего зовешь? Я здесь. За игрушкой побегать? М? Чего зовешь? Пищит. О, пришел сводный брат Арслана. Они с женой хотят с Пумой познакомиться. Сейчас гости к нам пришли, да. Вот, ну ладно, тогда заканчиваем трансляцию. Где? Заканчиваем трансляцию. Разговорчивый мой малыш. Сейчас с гостями будешь играть. Где?